Национальное телевидение и радио «Чуваш» уже на протяжении 2 недель вещают на всю европейскую часть России. Теперь нас смотрят и жители Мурманской области. Уроженцы республики признаются, что для них это долгожданное событие. В Мурманске очень много выходцев чуваши. Конечно, хочется, наверное, иногда услышать родную речь. Поэтому вот девочка наша собирается скромно, чисто для себя, чувашские песни исполнять. Они душевные. Да, мы, конечно, на чувашском здесь мало разговариваем, мало общаемся. Но вот именно собираясь в этом нашем клубе, будем говорить, да, мы разговариваем на чувашском языке, на родном языке. Мы должны быть в курсе событий, что происходит у нас в республике. Как бы далеко мы ни находились, но мы все равно всегда чувствуем, знаем, что мы выходцы Чувашии, и нам не безразлично, что творится на территории Чувашии. Напоминаем, что национальное телевидение и радио Чувашия вещают на спутниковой платформе «Триколор». Наши передачи можно увидеть на 823-й кнопке и 36-й позиции в списке радиопрограмм.